Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Сегодня у меня вот такой вот аутфит. Давно вам не снимала аутфиты. Вот такой вот аутфит. Тут у меня платье. Вот такое вот платье кружевное, черное. Вообще оно без рукавов. Да, там крест-накрест на спине. И, в общем-то, вот так я сегодня погляжу сейчас. Эти ботиночки на каблучках одену. И уже поеду. Поеду. Макияж. Кстати, его можно рассмотреть хорошо. Видео пустышки. Видео о пустышках. Вот серьги. Бусы. Ну, собственно говоря, вот так буду выглядеть. Давно вам не снимала свое продвижение. Смотрите, как продвинулась работа. Окантовка уже завершена полностью. Вот здесь вот все готово. Остались просветы, 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 которые нужно доделать. И когда будет вышито полностью все полотно, только тогда можно будет приступить уже, да, чтобы обшить детали. Но если честно, я даже не знаю, как на этой схеме разобраться, потому что я здесь все позачеркивала. И здесь получается, что все вот так вот зачеркнуто. Все поле. Ну вот видно зато, где хорошо, где что у нас здесь, да, пропущено. И потом, наверное, разверну работу, опущу снизу и начну снизу тогда уже все это делать. Ну, как-то так, наверное. Думаю, что на это еще понадобится достаточно много времени. Она уже рада своему вот такому вот продвижению. Уже все вырисовывается, ну, по крайней мере, да, контуры все завершены. Еще терпение, 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 приложение сил, усилий, и тогда будет уже, думаю, что работа завершена. Но пока хотела с вами поделиться вот таким своим продвижением. Продвигается медленно, но верно. Медленно, но верно. Не знаю, сколько еще времени потребуется для того, чтобы завершить ее, но думаю, что до конца года нужно справиться. Хочется мне вам уже показать новую работу. Вот, и, в общем-то, уже начинать что-то вышивать новое, потому что все равно глаз замыливается, хочется чего-то другого, да, но красиво. Конечно, вот это вот бленды, разное количество нитей, они создают объем, красоту. Потом, конечно, когда уже развернешь работу, завершишь ее, такое наслаждение от вообще виденного. Видите, как смотрится, да? Красиво. Вот здесь вот так все и останется, светлое поле. Видите, оно такое и остается, то есть канву будет видно. То есть здесь вышивать не нужно, пропуски только вот там, где и еще вот здесь. Ну, теперь уже буду брать какой-то цвет и смотреть, где он есть, там его, чтобы повышивать, и уже тогда переходить на другой цвет, чтобы все было вышито. И ничего уже не пропускать. Наслаждаюсь процессом. Чувствую, что уже скоро, конечно, завершение крестиков. И пойдет сложный процесс выкладывания нити. Вот, и, конечно же, я так понимаю, что тут у нас будут ли фрузелки, не знаю. Но в основном все нужно, видите, все детали нужно будет все это обшить.
Может быть, достану схему, это я схему в типографии делала, мне ее увеличивали. Может быть, достану ту схему, которая родная, и попробую вот с нее именно вышить вот это вот все. Вот. Ну и... Интересно ваше предположение, какая будет следующая тематика работы? Ну, подскажу, что это Dimensions тоже. Вот какая тематика, как вы думаете, тема, не знаю, природа, цветы, люди, что у нас там, животные, есть феи, есть пейзажи, может быть, это какие-то домики, здания, что у нас там еще в Dimensions есть, ну, предположите, как вы думаете, что на этот раз будет? А пока буду дальше выше. Смотрите, как оживленно у нас в музее. Это такой проект «Ночь в музее». Соответственно, мы здесь с вами смотрели выставку кукол. Посмотрите на канале, она прям вся есть. А здесь проходят мастер-классы. Значит, волонтеры тут работают. Везде-везде что-то интересное. Продажа также у нас здесь происходит. Много всего очень интересного. Украшения, игрушки, колокольчики, украшения. Коль насыпается, туда загадываете, аккумулируете желания какие-то свои, закрываете, соли пользуетесь, можете в дорогу, на работу, там, она удобная, это самое. Пользуйтесь. Потом чуть-чуть остается, высыпаете с водой все, чтобы и по новой опять засыпать. С водой, чтобы все негативы. Как это называется? Шептун. Шептун? Да. Вы туда прям шумыть маленько? Да. А подсохнет и потом сухнет? Нет. У себя в раковине соль, остатки соли высыпаете. Ага. Вот. И потом опять по новой его засыпать. Да. Ну, с другими желаниями. Другое желание появилось. Да. Замечательно. Вот. Выполнение желаний, контакты, девочки, мальчики, такие вот красные вещи, колокольчики. Да, все разные. Так, девочки, мальчики, смотрите, что еще здесь интересного есть. Контакты. На маркет пойдете, не пойдете? Понятно. Так что на маркете не ждите. Ткацкий станок. Была вверху? Да. Если была вверху, значит нет. Следующий раз. Нет. Еще нет. Да вот она. Да. Пропустить шайку туда. Там вот пальчиком, можешь помогать причёчкам. Не тяжело? Ну, давай, тебе первым помогать, что ну, а сейчас мы с вами на втором этаже. Здесь все так же у нас выставка кукол. Потрясающие работы. Иногда бывает все это сразу же за один вообще раз невозможно
как сказать, охватить, да, потрясающие куклы, чудеснейшие просто работы разных мастеров. Алиса в стране чудес у нас. Очень много людей. Кстати, будет ночь в музее до 12 часов ночи. Будет проходить. Будут разные мастер-классы, разные выступать коллективы. Все пока только начало. Я, конечно, уже с покупочками соблазнилась. Мы тут с мамой. Кстати, завтра у мамы день рождения. Она сегодня уже угваздалась. В общем, все... отдохнуть по полной, уготовилась, гваздалась, уработалась и все на букву запись. Вот, и в общем-то я пришла, видите, соблазнилась, у меня же колокольчики разные, да, на это, стоят на кухне на вытяжке, я вот иногда это, знаете, ну и вообще я считаю, что какие-то сделанные своими руками, не потоком, да, а такие продукты, товары какие-то, украшения, это всегда очень круто, классно. Совсем другое. Да, и поддерживать рукодельницы, это тоже очень как бы классно. Людей много, все что-то, в общем, разглядывают. Мы поэтому тоже тусуемся. Даже тут подарки. А, подарки. Тут еще, значит, заполни анкету. Заполни анкету, ответь правильно на все вопросы. Получишь подарок. Да. Мама, вот мы выбрали. Мама выбрала. Выбрала я как раз все для моих учеников. Да? А я, кстати, а я блокнотик с каким-то там ЭТМ. Это у меня что-то там, какая-то организация, ЭТМ, электрика, свет, крепеж, безопасность, сантехника. Ну, это мне, знаете, очень умные вещи записывать в клеточку. Клеточку очень хорошо. Для обучения, для всяких, для заказов, в общем-то, умных мыслей, в общем, записи прежде всего. Поэтому мне блокнотик нужнее. Все по нужности, в общем, у нас тут. Так что познакомилась с интересными людьми. Я, кстати, у кого колокольчик купила, познакомилась. Девушка еще, вот, которая вот кукол продает, познакомилась. В общем, классная тусовка, интересные знакомства. Все вот как раз таки на каких-то мероприятиях можно. Лизе вот такую купили. И там, значит, коллекция. Вот это вот, смотри, сшитое лицо. Это вот из ткани, видишь, лица. Да. Красиво мастер-классы у детей в этом зале, где выставлены работы из художественных школ детей. Классные там работы. Смотрите, что у нас еще тут есть интересного. Это все шоколад. Шоколад ручной работы. Ручной работы. Это прохладный напиток, это горячий чай. Так, ну что, друзья, будем смотреть распаковочку.
такое наркотик, то он справится. Так. Вот такой вот у меня колокольчик. Сегодня вечер обещает быть том. Сегодня будет пистолет и патроны шоколадные к чаю. Пистолет и патроны. Заряжай. Сейчас будем... Можно их поставить? Ну да. Ага. Прям туда. Нет, а вдруг там есть? Короче, пока достаются только патроны. До пистолета... Или пострелять можно. Сложно добраться одной рукой. Так, рот открываешь и кусаешь. Ага, и сразу в рот. В рот вставляешь дуло и кусаешь, понимаете? Вот и все. Вот и пистолет. Но вкусный. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мною. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.